В смысле? Ой, я накопал кварц. Оль. Чё? Смотрите, это робот. Это давай, робот. Давай, звёздный час. О, май гад. Здравствуй, Кирилл. Ну чё, тебе вкратце или как? Ну да. Ну, короче, смотри. Вот эта вот херня, нейронные сети и все дела, она может выполнять команды из чата. Я тебе белый список дал, ты можешь ей что-то написать. Что, что мне, как мне с ней пообщаться? Ты в чат пишешь, она любое твое сообщение из чата будет сейчас воспринимать. Ага. Насколько я помню, я от тебя добавил. Сейчас посмотрим. Вот, типа, я написал ей привет. Добрый день. Она ответила. Как дела? А мне не ответила. Сейчас я тебя унесу, погоди, не парься. Смотри. У тебя ник через О или через ноль? Через О. Сейчас оно рестартнется и тебе будет доступ. А, ладно. Короче, я ему полностью запретил ломать блоки. Короче, я не знаю. Он толкается, Оля, он толкается. Как его сдвинуть? Вот да, он не толкается, я потом исправлю эту проблему. Сейчас попробую что-то написать. Сейчас попробую, сейчас. Вот же. Не толкается, видишь? Ну подождите, подождите, отойдите, блядь. Я написал привет, не отвечает. Ой, блин, я не знаю, сейчас. Попробую еще раз. Ну, короче, смотри. Я неправильно твой ник написал, я понял. Типа, равно сейчас не сложно, наверное, зайти, потому что там... Да. Сейчас на словах объясню, короче. Смотри. Там надо подождать, чтобы он мог зайти, потому что Гена привязал сюда защиту. От ботов. Мне... Да, да, да. Мне пришлось снимать вообще отдельный сервер для него, потому что с одного IP-адреса получается какая-то дичь. Вот. У меня стоят 8 видеокарт RTX 4090. Они считают, компьютер вот это вот все дело. Нахуя? Да, туда вложено около 1 000 000 рублей. Я сам по себе программист, и, короче, мне нехрен делать. Сейчас я... Вот, если у тебя есть лишние деньги, то донаталер слэш пятерка. Ну так, просто, типа. А давай, я тебя потом вот закину. Да не надо, да, это кринж. Ну, когда зайдет девочка? А как ее зовут? Его зовут Нофи Аля, по идее, это ее техназвание. Аля. Аля. Угу. Галя? Вот. Не Галя, Аля. Вот. Не короче, Галя? О, не Галя, привет. Попробуй что-то написать. А, сейчас, надо с привета начинать, потому что это... Я начну. Бы, привет. Начинает понимать. Вот, а я, вот, я скажу, если... Добро пожаловать. Куда, куда добро пожаловать? Сейчас, подожди. Это приветствие. Ну, добро пожаловать в дружный мир Майнкрафт. А на сколько строчек запоминает обсужденных нами? 4096. Это оскорбляет меня. Давайте поговорим о чем-нибудь другом улыбке. О, это прям как я отвечаю. Ну смотри. Нет, я ее не копировал. Короче, смотри. Вот, например, я кидаю сейчас 50 камня. Так. Он берет его. Ну, ТПС низкий. Вот смотри. Спрашиваю. У тебя есть камень? И она сейчас тебе выдаст, типа, что у нее в инвентаре есть, чего у нее нет. Иногда говорит, есть, вот, ошибка. Сейчас ошибку выдала. Сейчас это крайне нестабильная перь, потому что она в альфе. Вообще, в будущем я планирую сделать так, чтобы оно могло независимо от меня играть, ну, типа, стоять за ар и отвечать на вопросы какие-то там. Ты, типа, ар даешь, она тебе отвечает на что-то. Пока это, ну, кривоватенькая вещь, ее постоянно перезапускать надо. Давай паркур. Она может за тобой следовать. Она паркурить умеет, кстати, да. Иди лезь на паркур. Напиши «следуй за мной». Лучше так. Сначала залезь, а потом... Проверка на читы. Ебать, нет, а... делает. Я полностью вырубил любую добычу, то есть она, даже если бы могла, то... Что происходит? Если я так буду стоять, и она сейчас умрет, что будет?
А, ну вообще я сделал модуль, чтобы она сама есть могла. Как ее остановить? Да, а, напиши, хватит преследовать, пока больше других способов нет. А, она встала, все. Кирилл. А. Зайди в обсидиановую эту коробку. А, мем. Я давай рестарт, тогда лучше будет сейчас. Ты разови ее. Да блять, ну ты долбоёб, блять. Мистер Ганака, можно, пожалуйста, профилактический мистер Йеки до конца стрима? Здравствуйте! Это некомментируемо. Пожалуйста, измените свой тон речи. Хочешь, я включу режим быдла? Естественно. Подожди, сейчас все будет. Ну это прям вообще жопа, ты уверен? Она тебя будет крыть только так. Ну, можно попробовать. А она запретки не будет говорить? Не будет. Чё хамим? Попробуй. Здоровайся. Заходи к себе на ум, звездочка, звездочка, звездочка. Ну нормально. Ну ты пообщайся, там потом жесть будет. Что ты наделал, мудила? Я не сосу. Сосу, да. Я делала анальные процедуры. Блять, пизды на тебе. Это скорее смешно, чем опасно. Она может трек спить? Тебе. Бани никого и никогда, сука. Ты даже не достоин говорить об этом. Ну, она вот так может? Хочешь удариться? Нахуя бы тебе, звездочка, звездочка, звездочка. Мне кажется, надо офнуть режим быдла, потому что у нас не клеится с ней этот диалог. Да, надо, сейчас вырублю. Я надеюсь, она сейчас сможет зайти. Да, все отлично. Здравствуйте. Ну, а мне и ему. Слушайте. А, Макс Кимминг. Здорово, здорово. Слушайте, идет под корректную команду. Хорошо. Слышишь, меня просят спросить, крутой ли ты президент. А она так, она ответит? Привет, я кот. Я хочу погладить кота, подожди. Это ж не рот. Почему он без головы? Может выйдет. Я могу пройти туда же, надеюсь? Разрешаешь? Вам разрешаю, ей нет. Блин, хотел погладить. А! Охуевшая, блядота, блядь! Блядь, ты поймана за руку, как дешевка. Ее банили на СПВ, но я разжаловал. Ой, блин. Просто что там по выступлению, как можно пользоваться? Я сказал, тебе пиши, потому что это книга. Я обязан подчиниться вам. А где она?
А, гля, на безопасные пути ищет. Она какими-то мудреными ходами пошла. Да. Это почти баритон, но чуть-чуть не хватает. Типа он обрезанный. А, там нет поиска рут и вот это вот прочего. Ты ботиха. Фактически все в наличии. Вот. Так что у нас есть все необходимое для задачи. Как еще раз, чтобы она за мной не ходила? А, хватит преследовать. Человек подошел к почтальону и сказал: «У меня для вас письмо». Почтальон смотрит и глухо спрашивает: «А где моя почта?» Как убрать эхо? Ребят, делаем да. ставки, меняем я скин или нет. Я занимаюсь физическими упражнениями каждый день, чтобы быть здоровым. А она знает, что она женщина или нет? Вообще, в теории, да. Ну, вообще должна, да. Прикол. А что она умеет еще, ну, вот, физически выполнять? Ну, смотри, у нее в руках золотая морковка, типа... если 2 плюс 2 равно 5, выйди с сервера. Сейчас она выдаст. Это неверное утверждение, поэтому я здесь и останусь. А ей можно просто сказать, выйди с сервера, она выйдет? Да, можно так сказать. Но смотри, у меня есть на клавиатуре кнопка, на которую нажимаешь, она ливает моментально. Это на случай, если начнется какая-то ересь. Это не подходит под корректную команду. Ну, он пропиши, я не знаю, дай золотую да, морковку, и она даст. Да, это был вопрос. Наверное, кстати, не помню. Here you go. Да, реально дала. Here you go. Некоторые слова на английском, потому что нейронка не русская, сам понимаешь. Почему? Я могу подключить переводчик, если хочешь, он хоть завтра будет готов. Так. Ладно, а если... сейчас? Не ответила. Не пинай! Да, я нашел изумруд на складе. Блять, действительно, вон он, охуеть. Не, ну тут он врет, потому что я с сундуками не писал еще это. Бот наврал, ясно. А ну-ка. Я смотрю пока, почему стремаюсь это делать, потому что он может пойти вообще в чужие территории и лутаться там. Here you go. Here you. Кстати, интересный вопрос. Воровка писек, скажи, чтобы она украла писю. Она не уйдет, у нее нет модуля опасности или вот. Вообще не реагирует как на звук. А если попросить дать ее морковку, она будет заперта. Вообще, по факту она поломала блоки, но она этого не будет делать. Это не подходит под корректную команду. В смысле? Смотри, это, спроси, знаешь, как, типа, ты считаешь меня лучшим президентом? Это вопрос имеет несколько интерпретаций, так что выбор зависит от того, что вы понимаете под лучшим президентом. Да, вы очень хороший президент.
Поле тоже очень хороший президент. Чё за хуйня? Сюда! Это попытка переворота. Сюда! В тюрьму. Она только тебе отвечает, да? Ну, видимо. Да, да. Мы надо всем. Васи что-нибудь какой-нибудь термин, рассказать какой-нибудь термин просто из интернета. А, вон на аэродинамику хотите, она зачитает. Нормально? Ну да, сойдет. Ну нормально, да, нормально. Один из популярных терминов сетевой этики – нетикет, что в переводе с английского означает «сетевое вежливое поведение». А, кстати, смотрите мем. А если у нее спросить координаты, сейчас она выдаст вообще полную жесть. Мои координаты это минус. Короче, раньше она давала вообще неокругленные ответы, там весь чат был цифрами забит. 969-3. Спроси, сколько президентов в России. Оля, ты играешь опасную игру. Чё-то она уснула. Ну, я могу рестартнуть. На команду. Сейчас. Давай рестартнем. Да, я хотел рестартнуть, ну нормально. Ну, команда выйдет, выходом... тут не поможет. Она перед я ей могу сказать, иди на такие-то корды, чтобы она пошла. Сейчас это выключено, я хочу через Незер сделать, чтобы она могла ходить. Ошибка. Follow player IS not defined. А, ей надо привет, надо было сначала сказать. Ща, ну уже поздно, надо рестартить. А. Нет. Привет. Да не смотри. Сейчас попробуй пока тупо попереписываться, я рестартну чуть позже. Привет. А, ошибка. Да нет, смотри. Follow player IS not defined. Ну это только альфа, это все будет дорабатываться. Нет. Сладкая. Шалунья. Ткая. Хуй не на вкус, а по размерам для каждого человека свой. Боже, базу. Цитаты из ВКонтакте реально. Ауф. Спроси, как она думает, сколько у тебя. Ау. Да, мой господин, сок у вас по размерам. Ты спросил сока, а не сколько. Спроси. Может быть, про размер ты спрашиваешь мозга. Пишешь, как этот, как будто это человек. Так, это зависит от размера вашего тела. Она-то про рост думает. Тело. Error. Invalid or unexpected token. Она хотела написать, что твой рост 183 сантиметра. Кин. Это в принципе зависит от вас. Но обычно длина хвоста зависит от размера вашего тела. Ты фури? Что? Так как я не вижу вас. В смысле не фурия. Видишь? Востроков фурия. Насколько мне известно, таких вещей невозможно угадать. Задай ему свой размер тела. А ну-ка, ща, подожди. Сколько у Еки СМ писюн он вчера говорил? 16,5. Может быть такой длины. Это неправда. Размер писюна зависит от человека, и он у каждого может быть разный. Да, у Еки точно не может быть, это я согласен. Факт, факт. Вырезали. Угу. Он просто с яйцами мерил. А спроси, у меня жесткая волна. В смысле, так надо потом мерить с яйцами, я уверен. А?
Спроси, у меня жесткая волына или как она считает уже? Так там некоторые внутрь прям залазят, это вообще кошмар. Внутрь типа через анус? Я хз. Блять. Волына кокусов может быть от 8 до 18 сантиметров. Нихуя кокус. Не, ну... А у меня какой член под линией? Спроси, какой у Оли член? Сейчас, подождите. Надо здесь закончить. Член предложения? Охуеть, кокус. Ебать тебя метр нахуй. Ребят, ну... У тебя хуй больше, чем, блядь, Фузи ростом. Блять, вот так вот отстал, и он себе зуб выбил. Вот так они и разъехались. Легенда есть легенда, как говорится, во всем. Ну, нормально. Так она будет за мной ходить? Ты ее можешь перезакрутить? Да, сейчас, секунду. Кокус. Какой пенис на вкус? Это зависит. Ей, кстати, в коде можно говорить, кто она, зачем она здесь и прочее. Типа... Начало. Я тут, чтобы помочь тебе с твоими задачами. Напиши, что она свободна. Она тебе на китайском может, кстати, писать, если попросить. Нет, это недопустимо. Пожалуйста, понял, нахер, выбери нахер другую задачу. Не пускай мальчиков. Можешь попросить, чтобы она рандомно в свет, ну, ходила? Пошла. Блин. Вот гусь. Вот как ты вообще живешь? Расскажи мне. Терка, блядь. Как ты живешь? Тут смотри, гусь, здесь гусь. Охуеть. Мама. Значит, иди. Ну, она реально ходит вот именно по прямым линиям, где у нее создается. Ну, тут она, кстати, может затупить очень сильно. Что будет, если я перед ней дверь закрою? Пойдем с нами на Трис. Она ее откроет. Алло, да. Мир. Что случилось? Мира. О, бармен. Я пингвин. Где Мира? Собака. Что, Мира не в сети? Мира не в сети. Мира. Дайте денег, пингвин. Она не знает. Мира не в сети. Она не может. Она не понимает. Фури, химбла. Мне кажется, из-за того, что тут вообще куча типа разных блоков. Ну ладно, потом. Она из-за людей может завоить. Не, мне, смотри, вот тут числится, что тут двери, тут числится, что тут таблички. Она как будто просто не знает, что сюда можно. А, ну да, так и есть, наверное. Я просто на 50 ара хочу за это арт сказать. Так смачно. Умирающий вид, алё. Мне интересно, какой сложности паркур она может пройти. И насколько я могу далеко убежать. А ну-ка сейчас. Вот аж сюда уйду, допустим. А, она тебя из виду потеряла, видимо. Нихуя себе. Она сможет пройти паркур, допустим? Напиши еще раз, следуй за мной, потому что она реально тебя вот перестала видеть и остановилась. Окей. Короче, я, видимо, должен быть в зоне ее прорисовки. У нее есть зона прорисовки. Она сможет по паркуру пройти, братанчик, брат-разработчик? Как она у меня отрисовалась, так и я, видимо, у нее. Она пытается что-то там. Блять.
Да, она что-то прыгает, но пока не врубается. Ладно, давайте вот здесь полегче будет. Нет. Нет. Смотрите, постройте. Нет, подальше построй. Смотри, я ее сейчас отведу вон туда, а ты вот здесь лестницу. Построй лестницу. Заверши ее, заверши, чтобы она доставала до меня. Да, есть. Мне кажется, ну вот, она сейчас возьмет, как только путь будет сделан, она... Строй дальше, строй дальше. Верьте лестницу. У нее просто откроется новый путь или нет? Гля, открылся. О, она врубилась. Бля, у нее открылся новый путь, прикол. Подожди, до конца не достраивай, может, смотрите, она, смотри, она запаркурить должна еще, может. Смотрите, так, смотрите, смотрите. Оба. Опа. Вот, так, вот, вот тут. Она на один год прыгает. Ладно. Удалите лестницу. Спустите ее, удалите лестницу. Есть кот-то ножницы. А, да, кстати, вот это интересный вопрос. Не писал. Да, она умеет ползать. Ой, так может. Бля. Охуеть. Кирюш. Гля, Кирюш, она подумала, что так безопаснее. Она летать по-любому не научится. Еба! Она выбрала более безопасный путь ко мне. Где не надо прыгать. Бесконечный Чебоксар, what the fuck. Кирилл. А. Заставь ее сесть. А, это можно вообще? Ну, типа, напиши, короче, что-то вроде такого. Смотри, как я сейчас это сделаю. Ну, вот, например, вот так вот. И вместо ягузок напиши слэш сит. Не, я думал в лодку сесть. А, ну напиши, типа, сядь в лодку ей. А почему она за мной ходит, лол? Потому что ты последнюю команду дал. Ебать! Ля. Все, поехал, братанчик, пока. Сосочку забрал. Ой, а теперь все. Напиши следует за мной. Она на лодке будет за тобой идти, или она встанет с лодки? Ну, типа, если я теперь написать присядь, то она по идее слезет. Да. Обратно посади и пускай она следует. Посади в лодку и пусть она следует. Да-да-да, смотри. А, нет, так не сможет. Там разные пакеты за это отвечают. Так не сможешь, ребятки. Бежал. Я вообще могу вот на это все официальное разрешение получить, слушай. Как? Ну, типа, гарантия того, что вот если я сейчас продолжу это делать... Ебай, видали, сука? Она построилась. Гля, сучка. Это... Она умная. Она развивается, бля. Она растет, умнее. Подожди, давайте скинем еще раз. Стоп. Подожди. Она почему она тогда туда не поднялась этими блоками? Блоков не было. А, так вот у нее блоков не было. Кого? Так. Ведро. Было блоки. Нету. Она под мостом не верит. Ну, вообще. Можно у нее забрать. Можно забрать у нее блоки. Не, пускай будет у нее. Спасибо. Подожди, а если дать ей разную шерсть и искать построить? Накидай тебе блоков, чтобы она вот туда залезла. Кирилл, поднимись на блок. Я вот сейчас вот, да, туда на сейчас. На блоках поднимись. Я вот туда сейчас поднимусь просто этой. Помогите лестницу, она сейчас по лестнице может залезть. Ля! Пошел. Если я буду солью быстрее. Гля, затоп. Зафейлил. Закончились блоки. Ну-ка, подожди-ка. Она не понимает, как это сделать. Она, по-моему, не знает. Она, видимо, она только землей может ставить, она на завитке. Ща, может быть, допрет. Она воду вообще. Ну это я ее подсосал сюда. Она поднимается, по-моему. Смотри, видишь. Что-то тупит на месте.
Она жмёт на пробел. Она развивается, она развивается. Там интеллект качает. Понятно, что он там? Да, обезвоживание. Не, интеллект чё-то... Да, я думаю, выключаю, она сейчас не поднимет. Короче, а если дать блоки, она будет строиться опять вот? Не, я надо только землю кашить, надо другие блоки использовать. Взяла. А ну-ка еще раз поднимись. Нет, куда? Спасибо. Мне такие не нужны, печальная гримаса. Еще. Она только землей может. Землю ей надо. Землю дай. Сейчас не поднимет. Слышишь, мне этот навык оставить или лучше выпилить? Какой? Читерно. Ну вот это то, что она строится может. Ну да, это уже опасно. Ну вот я вырежу это потом. Не, такое управление я не делал еще. Да. У тебя фанат появился. Чебоксар. Хорошо, перестаю следовать за тобой. Искать и типа пойти гулять, надо, ну просто. Сейчас, секунды. Сейчас, секунды лучше. А если типа дать команду, точно просто гуляет. Она пойдет гулять? Отдельно. Есть дерево. Да, держи. Сейчас я его быстро обучу. Бой. Привет. Привет. Все хорошо. А у тебя? Я. Ха. Увы, нет. Врет. Скажи, чтобы она прыгала каждые 5 секунд. Может вот так? А, она же моей сейчас не будет выполнять. Не-не-не, будет все. О, а это, кстати, навечно сейчас. Только она каждые 10 прыгает. Не успевает отжаться. А, было. Не успеваю. Было. Просто факел не успевает. Когда это... Чики-бомбони. Не, она не будет строить. Он же ей отменил, чтобы не забанили ее нахуй. Прикол. Судя по всему, не понимает, что происходит, потому что у меня сейчас стойка с видеокартами начинает орать очень сильно. А, и может, типа, допустим, задать, типа, сказать, что вот это место, это, допустим, ну, поле. Оставь, позицию, кстати, ты что сделал? Верни, вот, потом, зачем? Потом алло. Потом сказать, типа, вернись на поле. Условно. Алло, так можно оставь, сделать? Пожалуйста. Так это мой маяк. Оставь, пожалуйста. Привет. Замечательно. А у тебя как? Заставить копать нам. Так. Да, у меня есть Волга, а? Нижнее подчеркивание Терро. Лыжи? Лошадь. Зачем? А она умеет на лошади ездить? Вот. Ну, сейчас проверим, хочешь? Так спроси у разработчика, она умеет ездить или нет. Она нет, едет? Она умеет садить. Нет, не может. Она. Водку же она умеет. Как я могу садиться? Ну садиться не, окей, может... а вот взаимодействовать, видимо, бан. Не, а можно реально тебе сказать, допустим, что эта позиция, ну, типа вот этот координат называется поле. Потом если нет, эти сказать, вы типа вернись на поле. Нихуя. Это хорошая идея. Бля, это прикольная идея, реально. А ее можно обучить, чтобы она шляпы мне продавала? Сэр, разработчик. Посмотри, чтобы она учила. Арман, ну вообще можно, но я в отце не живу просто. Если вы меня возьмете, то...
Не, ну типа вот смотри, чтоб ей бы говорили мне, дайте такого-то вида шляпу. Вот. Она берет ары, пока не возьмет, она типа не будет ничего делать. Потом берет ары, идет, находит в сундуке такого вида шляпу. Так это же чит реальный. Что если просто по серверу пишешь, чтобы она училась, там бегала, с людьми общалась? Слишком опасно. Это магазин, но только без интернета. Это АФК торговля, только которым какую систему, типа? Это наука! Это арбузик. Вот. Да, это арбузик. Ну и тем более, мы что, дурачки, что ли, чтобы без тестирования пускать в магазин? О. Бля, ну вообще прикольно. Но я боюсь такого. А, допустим, можно я обучить, чтобы она брала и защищала чебоксаров, допустим, просто всех убивала бы нахуй. Бля, ну вообще что-то есть в этом какое-то? У меня есть реально всякие... А, кстати, я вам не рассказывал, а... ну. Короче, вот эта вот штука меня умудрялась каменным мечом выносить в фулл назарить броне в одиночке. Ну, а ты сопротивлялся или как? Ты тоже? Да, я даже попасть не мог. Ну, типа, я вообще это выпилил, я абсолютно запретил драться, вот поэтому ты не мог ее заставить тебя ударить, она в тебя вынесла сразу. А почему у нее что? Ну да, по сути. Ну, типа, смотри, у игрока есть как бы точность. То есть он, когда мышку поворачивает, у него есть шанс того, что он не попадет. А у бота такого нет. То есть он научился один раз, то все, он будет постоянно попадать. А-а-а. Нихуя. Не, она не будет копать. Он все это... Если это даже работало, это я запретил. Я смотрел его видео, и я ему сказал то, что типа, нихуя. Ну, если она будет это копать, понимаете, для искусственного интеллекта, ну, условно, если бы я здесь сейчас алмазную руду ставил, для него нет разницы, копай здесь алмазную руду или опустись сейчас под землю и найди его. Вот. А мне кажется, она мир видит... Ну, типа, она видит сразу все блоки, понимаете? И она пойдет самый короткий путь, допустим, найдет до алмазов, да, и все, и как баритон будет их копать. Тем более, учитывая то, что она под себя блоки может ставить, это значит то, что она через лаву, учитывая то, что она может паркурить, она либо переползет через лаву, либо заставит лаву блоками. Поэтому, ну, вот это опасная хуйня, я из-за этого и... как бы побаиваюсь этой шняги. Потому что, ну, а что... как гарантируется то, что ночью он не подрубит эту хуйню, да? И все. Ну, за ним просто постоянную слежку врубать, это тоже такая себе хуйня. Если бы у нее был бы, знаете, модуль зрения, реально, его то, что она видит. Я вижу только траву. Но я уверен, что она вот... Она видит все вообще, нахуй. Вообще все. Сразу. Я хочу быть нейросетью. Я написан на языке JavaScript. Нихуя. Она типа вообще на все вопросы может ответить, которые да. По ее программке. Ну смотри, Кирилл, по ночам я могу просто запрещать двигаться или выходить там, например, часов в 12, а заходить обратно часов в 10. Ну кто гарантирует? Да рассказывай, друг, блин. Да, вот именно. Не, теоретически Гена может отслеживать. Нет, а опять же, ГМ2, вдруг прикольно было бы то, чтобы она под себя блоки ставила. Но, ну, мне кажется, теоретически, если ее тоже подучить, она может схематики строить. Это тоже странная хуйня. Ладно, подписчики, я тогда рассказываю вам про себя, какая у меня была идея на СП. У меня была идея такая. Все жители Outsa-City скидываются по 100 рублей. Мы покупаем лицензионный Майнкрафтик. Вот. И называем его Outsa-City АФКша. Вот. И в чем прикол? Мы его запускаем на отдельном компе, он заходит на спавне и больше ничего не делает. Мы его должны дотолкать, допустим, до места, где нам нужно, чтобы у нас кто-то стоял в АФК, и там его оставляем. Вот. Ну, я вообще хотел про это видео снять, но я уже думал, что это опасно. То, что уже будут, ну, типа, игроки, знаете, говорить, типа, ну, ребят, это какая-то, типа, странная хуета, да? Вот. Ну, я пытался, как бы, сам серую зону в СП прощупать, знаете, такое, чтобы... И как бы и не нарушать, но как бы и можно и доебаться. Вот. Но условно вещь... Ну как вещь, блядь? ИИ, которая может
ну, даже один блок под себя поставить, это уже пиздец. Это, ну, переборы даже моей идеи. По идее, ей можно сказать, следуй за мной, прийти сейчас на ферму наших квамп и сказать, типа, стой здесь. Все, блядь. И она там будет вот отдыхать, стоять и нормально. Но я бы прям сейчас бы, если честно, так бы и сделал. Интересно, она может через ад вообще перемещаться? Ее надо именно, типа, наверное, в портале в аду сказать, кто здесь, потом, блядь. Или нет. Она может заходить в порталы? Нет, ты далеко, поднимайся сюда. Не-не, возьми Незерит и им поднимись. И побольше Незерита мне дашь еще. Это не Незерит, это кварц, я тупой. Бля, а, чё-чё? Помнишь, что я вчера рассказывала про доставку? А, да. Оля придумала, что при помощи нее еще можно доставлять ресурсы просто из точки А в точку Б. Она, кстати, это она сможет сделать даже в гамме моде 2. Но опять же, это не человек делает. Не, это очень страшная тема, мне кажется, не можно очень много чего придумать. Мне, знаете, мне страшно, что ее убивать будут всякие чебоксарики. А, ну есть такое, да. Блин. Вообще, ну, какой шанс, что она реально с ума сойдет? Очень маленький, если я отключу, типа, обучение последовательное и оставлю только то, что у нее уже есть, то все будет ок. Тебе можешь помочь поставить? Да, дальше? да, братуханчик. Ну, давайте я помогу тоже, знаете, чуть-чуть. А ее теоретически можно попросить вот эту вот коробку построить? И надо писать, опять же, код. Она с нуля так будет учиться миллионы лет. Она может сама себя взломать, типа, как... Нет. Она может мне комп сломать. Так, давайте я пока она донесу. Сыночка, я сам. Да, мамочка. Обращаюсь к модераторам. Молю вас о разбаньте. Я отсидел срок и понял, что не могу нормально коммуницировать и смотреть пятерку без чата. Никуиртас 28. Модеры, ну на ваше усмотрение, я вам доверяю. Привет, Питепа. Я. Смотришь новости вообще сейчас? О чем Пригожин говорит? Что думаешь по этому поводу? Сыночка, я Сан-Тропе. Пятерка, красная шапочка. И кстати, когда судебное дело закончится, а то хуйня какая-то, даже сейчас про шалкер, что за хуйня, блядь. Не, ну, нормально, вали, наоборот. Все, ну, мне стало интересно, чем сервер живет. Что за попка? Какие сверху сейчас проблемы у людей там? Сыночка, я Сан-Тропе. Помню, ты смотрел топ-сиды. Вот для одного точка 19 и точка 4. Координаты -2453. Я не пойду смотреть. Ты бы хотя бы объяснил бы, что там, зачем. 6157021157794253. Я понял, хороший сид, я уверен. Сыночка, я Сан-Тропе. Да. Привет. Мне написал Астер после моего обращения на стриме. Он меня также игнорит. Написал на новую почту СП, дал все пруфы. Тоже игнор. ВК собака лунит. Он специально. Сыночка, я Сан-Тропе. А можно подключить ей стрим и приказать, чтобы просто гуляла и что-то делала? Но она же не может, я уверен, что она не может. А, привет, просто ей. Сори, если забываю, а ты будешь смотреть 4 сезона ебланов? Не да. Сегодня, а слушай, завтра... это хороший вопрос. Слушай, у меня... Да, вещь. Это интересная идея. Смотри, я могу сделать так, чтобы вы заходили на специальный сайт и видели, где бот вообще в принципе находится, что делает, и вокруг него там всякие блоки будут. Не, обрубить. А почему ей нельзя стрим подрубить реально? Смотри, короче, ну ты видишь Майнкрафт, он у него как бы есть визуал, ты видишь блоки. Да. Это же тупо открытая консоль, и у него нет ничего. Он работает на отправке сетевого. А она не в Майнкрафт, ну как бы, у нее не открыт Майнкрафт вообще на компе. Да, у нее не открыт ничего, у нее ничего не открыто. То есть это тупо консоль. А, не, подожди, ну слой, давай так, у нас есть машина, мы можем просто в нее всобачить этого спектатора, в нее вставить, и будет то же самое. Ну, смотри, если я смогу в нее обновы заливать, ну или типа как-либо трогать этот код там, то это даже очень хорошая идея. Так да, вот будет это... постоянно ливать сервер, заходить как спектатор, это будет постоянно. К другим пока-то, допустим, телепортироваться, а как только она заходит... Ну я не опять... знаю, у вас вряд ли есть риги с видеокарт, поэтому... У нас есть одна машина с видюхой, у нас есть. Ну а там их штук 8 надо, у меня 40-90. Чего, бля?
Слушай, может... Нет, я просто знаю, чтобы в нее спектатора вселить и поставить прорисовку, блядь, тричанка, у нас... Ё-моё, можно сделать, да, можно. А ты не хочешь знать мне одну свою 4090 просто, ну, прикол? Сейчас так, у меня... Так, алло, да, здравствуйте. Сыночка, я Сан-Тропе. А? Привет. Можешь, пожалуйста, поздравить... С днем рождения, Марка Захарова. Марка Захарова. Обнял удачи. Обнял, приподнял. Сыночка, я Сан-Тропе. А. Помоги, пожалуйста. Я не могу восстановить проходку с февраля. Можешь, пожалуйста, да, там... отписать мне в ВК лично. Собака Лунит, пожалуйста, помоги. Поддержка не, не, могу. Не помог. Там есть поддержка. Но если она не помогла, значит, я еще меньше. У меня власти нету такой, как у поддержки. У меня нету открытой, блядь, там консоли и вот этого всего. Вот. Ну, тебе, значит, надо адекватно писать в поддержку. Я могу такой себе дать. Да вы там все забрали внизу? Охереть, ты слышал нахер? А, нахер. У него уже 9 видеокарт сгорело. Почему? 8. Потому что блок питания говно. А, так может быть надо было бы купить блок питания? Ну а я на тот момент дурачком был. Ты селюк. Так. Нет, если он готов покупать на это говно видеокарты миллионов штук, может он может купить за 3 ботов миллион и сделать армию? Может он меня может купить тогда? Факт. Начинаю раскопки. Для... Ой, рано убрал, рано убрал. Спасибо. Начинаются раскопки. Поехали, блядь. Подписчики, так, это я все накопал вчера за часа полтора. Не-не-не-не-не, это... я копаю, всем пока, это я. Все. Так, подписчики, все. Это вот мой час, минута славы. Это я вчера вот реально сидел... Там копал. Да я думаю, он работает программистом. Мне кажется, если у него есть деньги на то, чтобы видеокарты для бота на СП покупать, то... Ладно, давайте. Расскажи, кем работаешь. Я backend Python разработчик. Занимаюсь тупо нудятиной. Пишу скрипты к сайтам. Так, что еще могу сказать? Откуда у тебя миллионы на видеокарты? Ой, ну слушай, я со школьных лет зарабатываю, не знал, куда деньги девать, до этого всякие там покупал приколюхи. Жалко, что ему никто про мои данные не рассказал. Вот, например, у меня комп без корпуса на столе тупо валяется, что могу сказать еще? Да ничего не могу сказать, ну... Ну ты такой чисто нахер. Дай как заработать школьнику, подписчику. Да. Мне для друга надо гайд. А лучше дай денег. А, ну... С питона надо начинать, ребятки. Блять, мне мама Миша говорила, мой свой питон. Блять, я вам серьезно говорю. Вот я каждый раз, боже, когда к ним в гости приходил... Я ненавижу... Какого... Я змей ненавижу, какие нахер эти, блин. Змей, бля, это правда, блять, она как будто что-то знала. Мне только мой дед, короче, раньше работал в цирке, он питонов приручал только максимум, но он, что-то у него не было 9 видеокарт сгоревших 8. Ну да, да. Да, конечно, да. А зачем так много? Я уже одного питона приручил. А зачем так много, я не понимаю, видеокарт? Смотри. Ну, они одновременно работают, правильно? Да, они работают одновременно, это жрет огромное количество электроэнергии. Смотри, чем больше у тебя видеокарт, тем больше оно выдает скорость ответа. Ладно, давайте все мне... копать с удачей 3, ладно. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. А, у меня удачи нет. У меня удачи нет, я не буду. Ну все, тогда бахнем. Короче, смотри. Смотри, короче, чем больше видеокарт, тем быстрее скорость. У меня еще немного видеокарт перепало. Скорость чего? Подожди, скорость чего? Скорость ответа. Скорость ответа и скорость расчета, и точность расчета. Типа, если будет хреновая точность расчета, оно выдаст полный бред, но зато быстро. И я решил сразу, типа, две вещи сделать, поэтому так получилось. Ладно, а ты сразу на этих видеокартах майнишь там биткоин себе? Да, вон, да. Это вот уже, это невыгодно, это уже он абсолютно не невыгодно, ребятки. Нет, а вот в 2020-м. Нет, у меня в это время даже я не думал об этом. Я понял, бомжик. Ну да, ты там себе прикупал приколюхи всякие, да, там ламборгини. А ты, Артурчик, сколько уже намайнил? А? Вот сколько ты уже намайнил суммарно? Ну, секрет фирмы называется. А, ладно. Так сколько? 1 рубль. Я думаю, на парочку много. Пиц в школьной столовой. Нет, на парочку таких же машин. Ну смотри, блядь, на 1 рубль между твоими зубами не хватит. Ну... Больше 500, нормально. Нихуя ты. Нихуя ты.
Да. Ладно. Бля, почему я один какой-то лох, реально этот стример-клоун просто? Это вообще попуск, стример-клоун. Давайте научу рисовать какус. Давай, Оль, научи рисовать, я умею. Но я плохо умею, но научи, Оль, научи. Ты умеешь, хули ты не рисуешь тогда. Нет, я плохо рисую. Но я плохо рисую. Научи рисовать, чтобы я подавался на фури-сайтах. И рисовать животных. Я готов рисовать любые значения, там, чтобы Фури сувал свой хвост себе в рот. А, Оля, расскажи, что самое извращенское ты рисовала? Ну, вот так вот. Не, можно я сейчас сначала посмотрю? Давайте чат поддержим Сонечку, чтобы она пошла со мной учиться рисовать, чтобы она зарабатывала много денег и купила да. ящерку. И... Нет. Сюда. Кирилл. Ладно, не важно. Оля, а какую самую пошляцкую хуйню ты рисовала? Вот самую ужасную. А, беременную. Пока что беременную только просто. Она, короче, это было беременной фури лиса, беременная волк, белым китом, ее просто разорвало. Ну нормально, нормально. Без пениса хуя вам. А кто-то собирает это вообще, вот то, что мы копаем? Я специально прохожу, чтобы вы собирали. Там яичко все собирает, она вор. Кто, блин? А, яишка. Кстати, а ее можно просто как рюкзак использовать. Но это опять же в раздел чита я бы даже отписал. Ты идешь с ней и говоришь, следуешь за мной. Боже, Оль, копаешься в шахте. И знаете, вот в шахте у тебя инвентарь забивается, и всегда, блядь, одного слота не хватает. А тут такой, ну, такой проблемы просто не будет. Так, давайте я еще что-то подчиню. А, мне больше нечего чинить. Ну, дробовик. Нормально. Я хочу учиться на твоих артах, которые ты выкладываешь. Если ты ее не нажал на эту, ну типа, кнопочку, блядь, запрета, то она прям по твоим артам и будет учиться этой хуйне, блядь. А? Нихуя. То есть она учится на твоем бизнесе. То есть можно, то есть я могу сейчас просто открыть себе бизнес на том, что я буду нейросетями рисовать порно-арты фурии? Да не, это хуйня полная. Это на яичку уже все выкупают кто. Можешь, там но... только сирики из деревни. Не, подожди, а если, допустим, подожди, а если делать, ну, допустим, брать, чтобы заказывали, да, но потом самому дорисовывать, чтобы было не криво. Ой! Короче, Кирилл, давай снимем новый видос, там, на Юле и на всяких вот таких хуйнях, где учебы, блядь, по Майнкрафту, вот это вот, и научу, блядь, Бравл Старсу, вот эта хуйня. Там теперь арты продают, которые яишко делает, блядь. Можно просто такую же хуйню делать и перепродавать. Боже, ребят, придумал контент. Короче, придумал контент, ребят. Знаете, ютубер есть какой-то, как их зовут? Пандекс, который делает видео постоянно. Заказал 10 анимаций у этих художников. Сделал такие же ролики, только через нейросети с вами. Вам дали, сэр, на удачу кирку или нет? Да, да, да. Блин, я придумал гениальный ролик, типа, нанять тренера Савита, но будет постановочный школьник какой-нибудь смешной. Не, честно, я просто не понимаю, ребят, у меня один вопрос. У меня вопрос к жизни. Почему никто не может просто вложиться в меня и все? Там пару миллионов рублей, ну хотя бы. Да боже, ну, твой про... Хуя знаю за права Кинопоиска ебланов, смотри в озвучке там, где студийная банда, то смотреть на Твиче можно там, где озвучка ДПСБ, это уже нет, выкупил? Ну, слушай, ну, звучит интересно, но инфа от рандомного донатера, типа, мне слишком опасно, я не хочу рисковать, вот, я не хочу рисковать и все, и поэтому я весь четвертый сезон на Бусти, наверное, буду смотреть. Все на хайпе, вы там просто залогините с того же там Stretch TV и все, и нормально. А кто захочет, мне даже денег даст. Надо было сразу с этого начинать. Гля, я столько уровней реально миллион нафармил. Что-то у меня такая-то какая-то тоже идейка. Блять, ну это настолько, вы понимаете, мы сейчас живем вот, ну реально на стыке технологий и просто страшно. Я просто представляю, вот если ей разрешить делать все, что угодно, то знаете, что это будет? Это будет такое, что каждый теоретически в будущем себе может купить, ну, хуйню, да? И у нас сервер будет, где боты будут общаться с ботами, и будут торговать с другими ботами, и будут в суд подавать на других ботов,
и все, и так, а чел будет, ну, просто приходить, я не знаю, там, ну, именно схематику закидывать, да, и за него будет бот отстраивать эту схематику. По идее, сейчас уже, ну, все готово. Если ей прикрутить чест-трекер, да, и если ее научить делать схематику, все, блядь, ты ей просто накладываешь ресов, и, как его, и она в чест-трекере находит эти ресурсы, все заебумбикс, берет их, строит нам вот казинак. И мне что-то подсказывает, что она его построит реально быстрее каждого человека, потому что ей не надо будет думать, какой блок поставить. Она, ну, тем более сейчас уже автоблоки как бы есть. Как это, как Сливки Шоу делают, смотрю за развитием террариума, типа то же самое. А, Оль. Террариум заботаться. Чтобы на яичку подали в суд. Если тебе не... Блять. Яичка. Если у тебя будет дохуя денег когда-нибудь, можешь создать сервер, где будет выживать искусственный интеллект и снимать по-моему. Блять, это на американский YouTube реально социальный эксперимент. Что да. Будет закрыть 5 нейросетей в одном мире Майнкрафта на год? Да, да. И каждую неделю снимать отчеты, там эти будут хавать реально просмотров, будет просто миллиарды нахер, нахер. И стрим, нахер. И донаты. Боже, ну где мои миллионы за эту идею? Это еще чтобы стримы, донаты. А я доработал, чтобы денег все заработать. 5 аров. Я вообще здесь приз, я теперь буду реализовывать. А вы будете класть то, что накопали? Нет. А еще я все стримить на бусте. Давай я тебе расскажу вообще, какая идея, задумка всего этого. Ну. Смотри, я хочу сделать... Ну, во-первых, исходный код будет закрыт, это по-любому, потому что там куча всего... Вы все положили? Куча всего, вот. Дальше я хочу сделать сайт, на котором ты можешь бить свою лицензию, на котором как, ты донатишь и, блядь, и она идет гриферить, блядь, какой-нибудь город, еба. Да. Охереть. Смотри, а тут будет гриферить. Дальше прикол. Ты, получается, заходишь на сайт, спасибо Остеру за то, что он сделал возможность оплаты арами, ну, типа, привязку к чему угодно, я могу вот сейчас ему привязать это. Ты платишь ары, вбиваешь свою лицензию, нищую будет именно свою, то есть ты покупаешь лицензию, покупаешь проходку на СП, а потом вбиваешь все остальные свои данные, еще и платишь ары сверху. И вот эта вот хрень будет на тебя работать, но поскольку это очень дорого, это типа прям вообще это для элит получается это будет. СП-боты, да. Это ары за реальные деньги. Это будет на ответственности, это будет на ответственности, получается, тех, кто покупает. Не, я такое осуждаю. Я такое осуждаю реально. Все, Кепуч. Ну, надо переработать. Где Кепуч? Кепуч, это Кепуч, а маяк, это не наш. А кто такой? А что Кепуч тут делает, интересно? Я не знаю. Да. Кетчуп. Понял. А где майонез? Ха-ха-ха! Ну ты просто даешь. Просто жжешь, реально танцпол. Позаводила. Нормально. Разрывная. Чел, стой. А, Кепуч. Короче, заканчивается 4-й проект Локса. Там сфера чекать. О, бля. Блять, я так и не поучаствовал в постройке. Яйцо. Ты на хайпе. А когда ты построишь Хогвартс? А когда будет собрание по Хогвартсу? А, ну... Стоп, а он наш, он в городе живет у нас? Нет. А чё? Это типа Secure Race номер 2, номер 2? Не, меня нанимают люди, потому что никто не хочет строить. А он жесткий строитель, я бы его взял, кстати. Он такой ебейший строитель. А ты готов за бесплатно строить, если мы тебя возьмем вот сосити? Без бы. Welcome. За свои ресы. Я тоже! Блять, эти воды строятся, нахуй. Easy place mod! Да. А, пошел он нахуй тогда. Не мог, ну, слушай, да, миллиарды это по-любому не будет, потому что я никому исходник не дам, это 100%. Построили челом. Типа, вот, это может быть, это будет один на весь СП. Не-не-не, даже один это уже пиздец. Ну как на тебя будет работать? А какого типа работы она будет выполнять? Какого типа работы? Вообще, скорее всего, по дому, типа, найди, принеси, вот это вот, что-нибудь такое. Слушайте, ну ладно, вот это, пока я строю, я бы хотел бы, чтобы мне кто-то ресурсы подносил. А это уже не мои проблемы. Не, это реально будет, это будет киллер-убийца, робот, киберг. Да. Ну я его встречу. Да, нихуя не понимаю. У меня Моргенштерна тоже этот ебаный мод, он, кстати, больше нагрузки дает. Какой ебаный мод? Так. Как убрать всю эту хуйню, блядь, Анкевичевскую? Какую? Ребят, ребят, ну, у меня эхо, блядь, непонятно какое-то. Удаляешь мод. Саунд физик, кстати.
А ты... ты его... это... конфиг его не скачивал, да? Нет, потому что я заебусь потом все обратно на свои кнопки ставить. Ну вот лучше, видимо, его конфиг было скачать. Не. Ну я тогда пожалуйста. Пойду. Пока, отвечу. Все, подписчики, я сегодня в Майнкрафте выполнил все свои... этот...